Hello. I'm Mad Professor. Let's begin. Привет. Я бешеный профессор. И мы начинаем. Женщина, это вам не мужчина. Нельзя тратить время и деньги на женщину, которая не просит этого. Нельзя тратить много денег на женщину до секса, потому что ты еще ничего не получил. А после секса уже можно прикинуть, что ты получаешь, кроме, разумеется, ее дырочки. Почему? Да потому что женщина – это вам не мужчина. Нормальный мужик, если ему нужна помощь, то он ее попросит. Ну, или же будет надрываться, если тупой, но сам все сделает. А вот женщина устроится так, чтобы ей помогли, даже если она не просила. И еще за то, что ей помогли, будете должны. Ну, или в крайнем случае виноваты в чем-то. Повторюсь, что если вы уже ведетесь на аромат ее вареника и не соображаете вообще ничего, помните, как дрессируют собаку? Выполняют команду. Правильно. Получает награду. Так и с женщиной. Нет, не потому, что она такая же, как собака. Как можно смеяться над слабым? Это я про собаку. Потому что если женщину не воспитывать, не показывать ей, какие отношения должны быть между вами, то она выдумает свою модель. И уверяю вас, даже последняя сельская дурочка на это способна. И мало того, она ее, эту модель, и реализует. Так что вы даже не догадаетесь, что же произошло. Что вы теперь сидите дома в субботу, вместо того, чтобы бегать по лесу на охоте с друзьями. Как это? А вот так вот. Причину она может выдумать любую, артистично исполнив роль слабой и нуждающейся в помощи малышки с абсолютно малым интеллектом и ничтожными желаниями. И ты, как тот лев, бросишься ее спасать, быть ей героем, принцем на белом ишаке, ну и тому подобное. Вплоть до «А за это я тебе устрою сюрприз в спальне». Знакомо, да? Это же женщина. Это вам не мужчина.